Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу Pytvertice. Вот такое вот у него название. И в этом видео я хочу сделать очередную проверку на вывод. Напоминаю, минимальный вывод отсюда 2 цента. У меня на балансе 2 доллара. Нажимаю «Вывод». Должен платить инстантом. Pair. Комиссия по нулям. 2 доллара у меня. Здесь сумму не поменяешь. Нажимаю Submit. Так вот, видим минимум. На вывод 2 цента. И здесь зелененьким загорелось то, что денежка отправлена. Давайте перейдем. Куда мы перейдем? Так. Logs. Вывод. История вывода. Комплект. Переходим на Pair кошелек. Последняя выплата у меня была вчера, 31 января. А сегодня у нас 1 число. Да, 1 февраля. Плюс 2 доллара 1 цент. Кликаем. 1 февраля 2021 год. Перевод выполнен. 2 доллара. Вывод. Pytvertice. Ну, вот, комментарии их. Все замечательно. Платит инстантом. Продолжаю я работать. На сегодня я всю рекламку, естественно, просмотрела, прежде чем поставить на вывод. Вот. Работает, платит. Я, конечно же, продолжаю здесь работать, зарабатывать. Членство у меня заканчивается 22 февраля. Я напоминаю, что я купила вот это, взяла апгрейд на 30 дней за 1 доллар. Это, друзья, не обязательно. Это только по желанию. Вот, я вернула свои денежки. Я уже в плюсе, естественно, на 1 доллар. Вот. Да, вот здесь 2 доллара 22 цента у меня заработано. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.